Эй, не надо переживать, я попаду на ту сторону любым способом и в любой комплектации. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить... Дангуй с тянками. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Так... Если ты двинешь электромашину, то ты сможешь переехать ей Монаком. Сделала ли их мертвыми или сломанными, это не важно. Нахуй, на. Левел ап. Левел ап — это всегда хорошо. Почему они так жестоко поступают? У них, вероятно, нет настоящей причины. Насколько я могу судить, они делают это просто для развлечения. Они делают что-то подобное для развлечения? Что это за дети? Ебанутые. Когда я приехала, они уже были в шлемах и маскировали по улице. Маршировали, блять, по улице. Убить взрослых и привезти с собой Монаком как парад. Что? Почему они ненавидят взрослых? Как я уже сказала, я понятия не имею. Я запуталась так же, как это. Перестань спрашивать меня о каждой мелочи. Боже, не будь такой злюкой. Это потому, что ты ворчишь, как эти дети. Ебать она королева идиотов. Так, во-первых, переключимся на это. Ага, сюда ничего нет. И туда перебраться мы не можем. Так, а тут посмотреть? Нет. Так, Монакума автомат. Блять, да ёб твою мать. Дзденьк. Мне подобрать некуда. Вообще так-то. Так, ёбнутые дети, еще ёбнутые дети. Здорово, суки. О! Зырь, что нашли? Блять, да... Сука, управление. Левел ап. Слушай, между прочим... Как она тут перемещается? Вот. О! А мне не хватает умений. Во, я понял, что мне не хватает. Ладно, тогда чуть позже подрубим. Да, блядь, ну что с камерой вечно? Почему она ебашится хуй пойми куда? Да боже, блядь, пиздец. Да иду, иду. Блядь. Постоянно подворачивает. Хотя ж, блин, у меня установлено ручное управление. Ну вот, сука, во что она тут уперлась? Чё они радуются, дебилы? Так, этих радующихся мы смотрели. А, так мы по мосту сбегаем уже. Отлично. Да, все, что нам нужно, это пересечь мост. Мы сделали это, Тока. Еще немного, и все будет хорошо. Интересно, действительно ли это так легко закончится? Что? У меня плохое предчувствие. От этого моста веет опасностью. Сейчас он наебнется.
Эй, девчонки, что там? А ты еще кто? Не похоже, что вы заодно с этими детьми. Бля, реинкарнация, я уже не помню, как ее звали. Спортсменка, короче. Это значит, вы на моей стороне, верно? Верно? Что? А, так и есть. Я знал это, да! О, это просто потрясно! Как будто целая вечность прошла с того момента, как я видел нормального человека. Я так рад! Ненавижу таких парней. Просто приходят и разговаривают с девушкой, как будто ничего не бывало. А еще дрочат и дрочат и дрочат руку девушки. А я думаю, что можно закончить это знакомство. Хуевое впечатление произвел, определенно. Эй, как долго ты собрался держать ее за руку? А чё, за сиську брать надо? Ты как будто жуткий фанат, который встретил кумира. Нет, это не так. Просто этот браслет на руке. Неужели вас тоже поймали дети, которые называют себя воинами надежды? А потом тебя выбросили отсюда и сказали, что это часть какой-то игры, верно? Ну, посмотри, меня тоже. Ей. А, этот браслет. О, это же замечательно. Ну, не совсем замечательно, я уже почти закончил выяснять, в чем дело. Думаю, я просто был так рад увидеть кого-то в такой же ситуации, все равно, могло быть и лучше. Я понимаю. Я тоже несколько рада знать, что не одна в такой ситуации. Правда? Правда? О, вспомнил, я же не представился. Я Юта Асахина. А, точно, ее брательник. А? Я Камару Наэги, рада познакомиться, Юта. Хорошо, Камару Наэги. Что ты делаешь? О, это? Если ты хочешь запомнить имя, напиши его на ладони 3 раза. О, понятно. Никогда о таком не слышала. Но, ну серьезно, это так обнадеживающе, наконец-то найти союзника. О, кстати, а кто это? Она как бы пялилась на меня все это время. О, это Тока. Тока Фукава. Все в порядке, тебе не нужно представлять меня. Не нужно представлять изгоя вроде меня. Послушайте себя, разговариваете как любовники. Вы же тут только встретились. Это не так. Ой, да ладно, я уверен, дела пойдут лучше, когда мы перейдем на ту сторону моста. А теперь давайте поторопимся и уберемся из этого города. Согласен. Только нам тоже нужно идти. Что такое? Как я и говорила, мне это не нравится, у меня плохое предчувствие. Ой, да ты просто слишком беспокоишься. Давай, если мы не поторопимся, Юта нас обгонит. Бля, какой у нее разрез на юбке. Эй, не убегай так просто, погоди! Сюда, погнали! Юта, помедленней! Но нам же смотреть надо. Он тоже спортивный, наверняка это заложено в их генах. И в Александрах тоже особенно. Сюда, поторопитесь! Иди. Если мы перейдем этот мост, мы окажемся за пределами этого сити. Я уверен, что-то чего, блядь? Слушай, сюда мы зайти можем? Отпразднуем сэндвичами со спортивными напитками.
Так, а на мосту ничего интересного не было? И вообще, куда? А, вот только. Здорово. А, подожди, стой! Моста-то и нет. Вы издеваетесь? Что здесь происходит? Мост разрушен! Между прочим, там же ж река. Просто река. Почему она такая широкая? Она в ширину во всю Японию, что ли? Не может быть, мы можем чем-то помочь? Здесь уже ничем не поможешь. Теперь невозможно перебраться на ту сторону моста. Черт, мы были так близко. И хватит издеваться над нами, что за чертовщина? Как жалко. Сдаваться сразу же, как только возникла маленькая проблемка. Там большая проблемка большого куска моста нет, алло. Если у тебя достаточно сил, чтобы визжать тут, лучше используй их для поднятия своей ленивой жопы. А? Поднятие? Давайте просто вернемся в город, эта часть моста может быть неустойчивой. Вернуться? Ты хочешь, чтобы мы вернулись? Да, другого выхода нет. Если хочешь выжить, не ищи легких путей. Иногда приходится идти по самой проблематичной тропинке. Ты, может, будешь страдать и корчиться от боли, но ты хотя бы выживешь. Говоришь так, будто сама через это проходила. Блять, ты даже не представляешь, через что она прошла. Хм. Что? Да это я просто пукнул. Блядь, да вы ёбнутые. Сука. На, это плохо, мост рушится. Быстрее, назад. Мне просто интересно, а как дети прошарились в правильную установку бомб? Господи, если это будет продолжаться, мост развалится! Нахуй! Нахуй! Так, как-то сдвинуть. А, подожди. Нахуй. Подожди, а кого и куда сдвигать-то нам надо? Я что-то как-то и не понял. Что с ними, блядь? А! Блядь, ты ёб же твою мать. Бля, пиздец. На. Я еще игру нечаянно свернул. Да блять. Боже, да. Да пи. Стоп, подожди, а что с ней делать? Движение? Блять, это не работает! А, стоп, может в этого надо попасть? Что-то думал, как-то надо... бомбу отбить. Чё, блять, я не понимаю, чё делать надо? Есть! О! Правильно. Окей, давай бежать по полной. Нам нужно бежать, оно разваливается. Я знаю, блядь. Черт, они снова вышли.
Блять, не туда. Да сука! Не ной! Да блять, а где тот самый? Пошел нахуй. Блять! Соси бибу. Все нормально. Еще немного, вперед. Блять, только не говори, что там будет еще один такой. Хуя. Ебать, Голливуд пошел. Зарю выжили. Burning your bridges, сожгите ваши мосты. Пыхтит. Я думала, мы умрем. Мы в безопасности. Но с таким мостом мы никак не сможем переправиться. Да вы с предыдущим не могли переправиться. С этим-то точно уж понятно. Теперь у нас нет ни единого шанса на побег. Нет, отставить. Я не собираюсь сдаваться так просто. Заебись тебе. Почему ты кричишь? Как бы мне объяснить? Ну, после всего отчаяния, что я почувствовал, я приготовился. И если я буду сидеть сложа руки, ничего само собой не решится. Что ты делаешь? Разве это не очевидно? Я поплыву. Что? Поплывешь? Ага. Имею в виду, моя специализация больше легкоатлетическая. Я, конечно, не так хорош в плавании. Ну, не то чтобы я был плохим пловцом, просто всегда есть кто-то получше. Всегда какой-то китаец. Но не время для этого, я не могу струсить. Погоди, даже если ты решил плыть, до другой стороны ужасно далеко. Ага, выглядит довольно утомляюще. Но вода ледяная, и со всеми загрязнениями и странными существами тут. Тогда я просто буду очень осторожным. Но это так не работает, даже не пытайся, никудышный пловец. Хватит строить из себя героя. Никудышный пловец? Но я участник легкоатлетической команды. Без разницы, сейчас не время бежать, сломя голову. Давайте все обдумаем. Я рад, что ты обо мне волнуешься, но я уже заранее все обдумал. Так ты просто отказываешься слушать аргументы? Смотри, все, что мне нужно сделать после того, как я доберусь туда, это попросить о помощи ребят из Фонда Будущего. Я вызову подмогу, обещаю. Без разницы, чего не будет, чего мне будет это стоить. Просто дождитесь меня, ладушки. А, Юта? Будь осторожен. Если попадешь в неприятности, возвращайся, хорошо? Если он попадет в неприятности, он уж точно никуда не вернется. Эй, не надо переживать, я попаду на ту сторону любым способом. И в любой комплектации. Почему опять казнь пошла? Тихо, я курю, ебашит. Это он не очень хороший пловец? Бздынь. Бля.
Ну ладно, хотя бы умылись. Короче, что в итоге мы выяснили? Уходите с города не надо. А? Нет, что происходит? Пиздос! Тока, что же нам делать? Нам нужно поторопиться и спасти его. Юта в... Ты серьезно? А? После того, что мы увидели, ты серьезно думаешь, что он может выжить после такого? Нет, нет. Ты ничего не добьешься, отводя глаза от реальности. Закрывая глаза на реальность, неважно, насколько ужасна и реальность. Послушай, мы видели Юта Асахину, и мы увидели огромный взрыв. Он мертв. Но вас даже кишками не накрыло. Он мертв? Дезинтегрирован всего-то. Все сразу мертв. Блять. Он превратился в ядерный пепел, нахуй. И Юта мертв, но почему? Потому что бомба в его браслете взорвалась, ты, блядь, нихуя не понимаешь, что ли? Причина не важна. Даже если мы не поверим в это останется правдой. Кстати, между прочим, а что мешает отрезать кисть, снять браслет и выкинуть его нахуй? Пусть себе взрывается. Чё, проблема что ли? Но, видимо, японским школьникам так делать нельзя. Это реальность. Чё? Гу-гу. Ты... Сколько слез не вылей, ничего не изменится. Да ладно, хватит уже. Если ты закончила, нам стоит идти. Да нет, судя по всему, она еще ревет. Если останемся, станем легкой целью для Монокум. Да, похуй. Это невозможно! Невозможно? О чем ты? Если ты просто так сдашься сейчас, то умрешь. Но я в любом случае умру. В отличие от тебя, я просто обычная посредственная девушка. Я ничего не могу сделать. Без разницы, как я стараюсь или что я делаю, я в любом случае умру здесь. Так ты сдаешься? Хватит валять, дурака, я тебе не позволю. Хочешь умереть, а? Но если ты так желаешь свести концы с концами, я тебя не остановлю. Но ты точно уверена, что хочешь умереть? Ты хочешь умереть прямо сейчас и здесь, в таком месте? Не увидев семью или друзей снова? Ты серьезно просто так примешь это? Конечно нет, я хочу увидеть свою семью. Но мы расстались больше года назад. Я даже не знаю, где они находятся. И эта пизда ничего не говорит, да? Все равно слишком поздно. Я точно больше их никогда не увижу. Ты не можешь быть немного позитивнее вместо этого твоего постоянного нытья? Блять, у нее на глазах человека разорвало нахуй бомбой, так что даже кишками не забросало в лицо. Немного позитивнее будь, а? Нет, ты не поймешь. Самое ужасное отчаяние исходит от подобной надежды. Иметь настолько сильную надежду и просто так ее потерять. То, что мы только что увидели. Так почему ты не хочешь преодолеть это отчаяние? Хотя я сомневаюсь, что ты вообще будешь слушать. Если это так, хотя бы беги. Ты говоришь, что в любом случае умрешь. Т-
так что ты подготовилась, верно? Если думаешь, что в любом случае умрешь, хотя бы сбеги. Если это была не права, ты выживешь. Если это была права, то хотя бы попыталась... Ты хотя бы пыталась что-то сделать, а не просто так сидела и страдала. Почему? Почему ты утруждаешься попытками взбодрить меня? Как я и сказала, я работник фонда будущего, и я не могу так просто бросить тебя. Да, потому что Неги выебет в ухо. Но если ты продолжишь так рыдать, я серьезно могу передумать. Хорошо. Я попытаюсь, хотя бы еще немного. Боже, ты такая обуза. Ты сказала просто бежать, но каковы наши варианты сейчас? По мосту никак не пройти, а здесь нет другого пути из города, верно? Ты забыла, что я только что тебе сказала? Ты не можешь просто так сдаться. В любом случае, я вспомнила, что здешнее метро может послужить выходом из города. А, метро? В этом городе есть метро? Да, я думаю. Ты должна была сказать об этом раньше. Ну прости уж, я только что об этом вспомнила. Да и поезда, скорее всего, не будут работать. Ты права. Если электричество отключено, они точно не работают, мы в западне. Так нужно же идти по шахте метро и куда-нибудь прийти. Вон у Глуховского они сколько лет жили во всяких метрах. И ничего, нормально все у них было. На, как я и говорила, ты не можешь так легко сдаться. Даже если поезда не работают, мы можем сбежать, идя по рельсам. Во, в принципе, о чем я и говорил. Так что не вешай нос и пошли. Да, хорошо. Ну, я не знаю, можно ли это говорить, но я сделаю это ради Юты. Ради себя, не? Боже, ты такая простофиля. Так завестись после такой глупой речи. Но все равно, я... То, что Юта умер, я не могу скрыть это от тупой плавчихи. Но в любом случае, господин и я должны выбраться отсюда первым делом. Так, где же метро? Я не видела его, пока мы шли сюда. Я тоже не уверена, думаю, нам придется найти его самостоятельно. Ну, только я начинаю думать, что если мы будем работать вместе, у нас все получится. Хватит тратить воздух на всякие сентиментальные словечки и пошли уже. Тока, давай выберемся отсюда вместе, хорошо? Ладушки. Это уже лучше будет, если мы вернемся назад от... Туда, откуда мы пришли. Мы шли четко по мосту в прошлый раз. Что ж, вернемся туда. А то точно? Слышь, а мы вроде бы переходили. Вот отсюда и тут... А теперь тут завалено. Так, я уже вижу тут наебалово. Кстати, а как образовалась эта дыра? Так. Жан-Клод Тушот. Блять. Херобес. А!
Сука, я тебя... Он взорвался, хотел я сказать, но потом понял, что нет. А вот сейчас взорвался. Но взорвался, нет. Ну ж должен был. Да, блядь. О, да. Все нормас. Слушай, а между прочим, на что эти монеты тратить? Энергия. Блять, я не чую, что она мне не нужна, в принципе. Так, может, с этой... Нет. С этих ничего снять нельзя. Так, тут тоже ничего. Слышь, а тут монокумы падали, а... Ебать ты как понос внезапен. Внезапен. О, сейв. Сейв — это дело хорошее. А, то есть мы вернулись туда, откуда пришли. Слушай, я точно знаю, что... Тут у нас карта есть. А, блядь. F, но ше... Чё? Blind bullet shot, blind bullet shot. Подожди, а как между ними переключаться? Странно. Или это какая-то типа статистика? Хуй знает. Так, люди. Ага, это, я так понимаю, те, кого мы встретили. Файлы. Блять, подожди, в файлах. Как в файлах переключаться? Ага. Блять, ты, блять. Да курва. Так, пока ничего нового подрубить не можем. Блять. Слышал, вас дом оно... переключаются, а в бок нет. Вас там выбирает, да? Я понял, спасибо. Ладно, хуй знает. Наверное, это не очень надо, а потом, в принципе, может, еще ну, разберусь. А, блять, вот что она не переключалась. Список целей, книга. А, дальше даже ничего и нет. Ладно. Так, подожди, а... А, я ж хотел глянуть, а куда нам вообще надо-то, господи. Next, то есть туда? Игра, ты точно в этом уверена? Так, ну давай тогда на всякий случай сделаем сейв. Ей! А? Сюда что ли? Блять, я в другую сторону убежал, да ебать же тебя в рот.
Сука! Заебёшь! Подожди, а этого вроде бы не было. То есть это, короче, куда-то сюда теперь идти надо. Я понял. Хорошо, тогда пойдем куда-то туда, но пойдем уже в следующий раз. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.